Всем привет! Вы на канале CryptoBoom. Здесь мы разговариваем о криптовалюте, о новых проектах, ISO, IEO, DeFi и о многом другом. Сегодня продолжим рассматривать такую компанию, как United Crowd. В прошлой части мы узнали основные функции компании. Сегодня продолжим. United Crowd выпускает цифровые финансовые продукты, например, для корпоративных финансов. Диапазон наших услуг токенизации включает существующие финансовые продукты, такие как ценные бумаги, инвестиции и многое другое, а также физические активы и новые модели финансирования. Что такое токенизация? Токенизация – это автоматическое решение для оцифровки значений, включая все права и обязанности, содержащихся в этих значениях, путем выпуска токена, который зарегистрирован в инфраструктуре технологии распределенного реестра DLT. Результатирующие токены представляют собой оцифрованную форму этих значений, которые могут быть переданы через блокчейн. Существуют разные типы токенов. Токен актива – это ликвидные и неликвидные ценности могут быть отображены как токены актива. Спектр включает все – о наличии денег, недвижимости, драгоценных металлов и предметов искусства до нематериальных активов, таких как патенты или авторское право. Токен долга – дебет токен – предоставляет собой долговое требование по погашению инвестиционной суммы с процентами или без них. Ассортимент включает формы облигаций, суд и облигации. Токен капитала – это акции и права голоса могут быть предоставлены токенами капитала. Используя тот же принцип, токены могут также предоставлять, например, доли в фондах. И служебный токен, утилитарный токен, предоставляет право использования и может предоставлять доступ к сети товаров или услугам. Также данная компания предлагает нам такой продукт, как мультикошелек. Бесплатный мультикошелек для наших цифровых активов. Это надежное хранение, эффективная торговля и быстрый перевод. Максимальная защита и интуитивно понятное управление, даже в виде приложения, которое включает в себя такие функции, как интуитивное удобство использования через мобильное приложение, использование настоящего имени для адреса своего кошелька, все актуальные параметры в реальном времени с историей транзакций, получать информацию о токенах и кошельках, легко экспортировать свой закрытый ключ и максимальная безопасность за счет факторной аутентификации, управлять своими портфолио на ходу. Данный кошелек уже доступен в VIP-приложении, а также в дальнейшем времени должен быть уже выпуск на Android и iOS платформу. На этом обзор мы закончим. Подписывайтесь на мой канал, а также обязательно на мой телеграм-канал, где самые свежие новости. Переходите на сайт, ознакомляйтесь с проектом. Все ссылки я укажу в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока.